эфире срочный выпуск новостей. Местные жители отдаленной деревни Гнилопнинского района жалуются и даже просят о помощи, ведь у них в деревне бродит снежный человек. Обычная сельская местность центральной России. Полевые работы, сенокос и заслуженный отдых. Никто не подозревал, что тихое мирное существование может быть нарушено. Ну вот, каждый день мы тут с псом гуляем по дорожке. На тебе плохо видно. Смотри, что-то шевелится. Большое, белое, страшное. Пес как рванул. Оба исчезли в лесу. Но пес, слава богу, вернулся. Вот они, кадры оперативной съемки. На них виден человек, крайне похожий на снежного. В деревне сообщается о первых пострадавших. У некоторых местных жителей уже заканчивается терпение. За снежным человеком наблюдают через специально проделанные амбразуры. Так, вижу его, вижу. Вот сейчас картечь возьму, Возьму и угощу его. Для некоторых этот выстрел может оказаться последним, но никак не для снежного монстра. Проблемой пообещал незамедлительно разобраться местный депутат Михаил Сергеевич Горбач. Обещаю. В локацию уже перекинуты войска. Самое современное в мире вооружение готово быть применено. Свой комментарий дал действующий генерал войсковых частей. Ведутся самые активные действия по противодействию этому снежному человеку. Нависшая над гражданами наша страна опасность не оставляет их в состоянии робкого десятка. Меж тем, не остается сомнений, что в самое ближайшее время снежный человек будет найден и достойно наказан.